пытался завоевать медали, и он получил в 15-м, 17-м, 18-м было серебро, а в 15-м город Махачкала. В синем углу ринга имам Хатаев, Чеченская республика, город Грозный. Весовая категория до 81 килограмма. Финальный бой. Ну вот как раз наблюдаем статистические данные спортсменов. Еще раз напоминаем, Шарабудин Атаев из Дагестана против имама Хатаева из Чеченской республики. Бокс! Ну, в предыдущих поединках, знаете, без преувеличения, наверное, будет сказать, что имам Хатаев как машина проехал, просто безупречно боксировал. Да, он для этой весовой категории, ну, может быть, не самый высокий парень, но он такой крепко сбитый, атлетичный и обладает очень хорошим ударом. Сейчас отстреливается как раз Шарабудин. Держится на дистанции. Да, имам пытается сблизиться, причем активно он включает уклоны, плотно держит руки в обороне. Выбросил одиночный левый боковой, провалился вокруг собственной оси, имам закрутила. И хороший апперкот, кстати, поймал, сейчас, да. Шарабудин Атаев. По-моему, такая небольшая недооценка эпизода была имаму Хатаевым, когда он сближался. Ну вот сейчас активно подключает переднюю руку, размашистый. С дальней. Ну, естественно, имам, он будет давить. Он ярко выраженный агрессор в ринге, он идет вперед, он предпочитает работать первым номером, ему это максимально комфортно. И тут, наверное, один из ключевых вопросов, удастся ли Шарабудину сдерживать вот этот натиск на протяжении всего поединка. А делать это будет непросто. Плюс, учитывая вес, да, то есть вес достаточно приличный, то есть эти ребята еще больше и тяжелым ударом обладают, при этом не растеряли скорость. И продолжает идти первым номером имам Хатаев. Подключает переднюю руку, отстреливает джебом. И вот так с низко опущенными руками на отходах отрабатывает Шарабудин Атаев. Пытается переиграть, перехитрить немножко имама Хатаева, опять же таки, подловить его на, пусть даже мимолетной, но потери бдительности, как это уже у него единожды получилось, да, подловил на один удар Шарабудин Атаев. По туловищу два хлестких удара от Шарабудина. Да, и Шарабудин как раз сейчас он полагается на скорость своей реакции, потому что позволяет себе работать с опущенными руками, отклоняется. Тут джеб от пояса сейчас хороший прилетел. Уставляет еще плечи. Вот сейчас в обход руки отличный кросс в исполнении имама. Обманул еще. Еще раз добавляет. Вот такие качельки у нас сейчас получаются. Попадает и один, и другой в своих атаках. Но пока в основном, конечно, действуют одиночными. Либо максимум это два удара за раз выбрасывают. Но больше, с другой стороны, пока и не требуется. Двойной легкий джеб от Шарабудина Атаева. И одновременно с сиреной пропустил удар Шарабудина. Красному углу ринга готовится к продолжению поединка мастер спорта России международного класса Шарабудин Атаев, Республика Дагестан. Боксер 1999 года рождения. Из Махачкалы представляет командующего России Центральной спортивной армии. Крути сюда, крути. Уверенно, делай сюда, надо было уверенно, все получается, все проходит. Передняя рука. Постоянно надо, чтобы не иди. То сюда будто, то сюда будто. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Рашидбека Ахмедова, мастера спорта международного класса Салтана Мегетинова и мастера спорта СССР Ахмеда Нурмагомедова. Секунданты за ринг. Все получается, все проходит. Вот так говорили угловые Шарабудина Атаева. Одобрительно они высказались о действиях своего подопечного. Но ведь действительно, да, и выглядел неплохо Шарабудин. Повторы, когда опасно
для себя, наверное, открыто шел имам вперед, нарывался на апперкоты и при этом уходил Шарапутдин, здорово очень разрывая дистанцию. Единственное, что сказали Шарапутдину, не уходить в одну сторону, потому что сейчас большую часть времени он двигался как раз влево от себя. Вот как раз здесь в иллюстрации того, что он воспринял эти рекомендации, поднырнул, хорошо ушел под левый соперника, соответственно, смещаясь вправо по диагонали. На отходах с ударами работает Шарапутдин Атаев. Пытается продолжать свой прессинг имам Хатаев. На апперкот. Попытка подловить в исполнении Шарапутдина Атаева. И опять активное такое передвижение. Челночит на ногах Шарапутдин. Да, и Шарапутдин Атаев старается использовать свой козырь. Это в первую очередь как раз таки длину рук. То есть он в полной мере пытается как раз таки обеспечить себе необходимую дистанцию, чтобы его удары были с этой самой дистанции с максимально высоким КПД. Я еще второй козырь отмечу, пожалуй, это работа ног. То есть как раз и в соответствии с антропометрическими данными эта связка работает очень хорошо, потому что кроме того, что держать соперника на дистанции, ну как ты можешь? Ну, естественно, выбрасывая прямые удары, если у тебя руки длинные, но при этом если у тебя ноги не работают, то соперник тебя очень быстро настигнет. Вот сейчас, кстати, во втором раунде имаму Хатаеву не так легко удается доводить удары до цели, потому что, опять-таки, достаточно далеко Атаев держится и пропускает удары мимо себя, то есть в основном много. Не в основном, но таки достаточно много. А так имамы летят просто по воздуху. Сейчас хорошо, кстати, пробил, разорвал дистанцию, увидел, что имам не движется на него, и опять вернулся Шарапутдин снова с ударом. Хороший раунд проводит спортсмен в красной форме. Да, и опять же хорошо использует свою длину рычагов. Тут немножечко поиграл, поработал на публику. Ну а имам Хатаев, как скала, идет вперед и старается даже, скажем так, не обращать внимания на какие-то локальные неудачи и ищет счастье в работе первым номером. По-моему, неплохо сейчас зацепил с передней руки имам Хатаев. Да, и прямо вместе с гонгом нанес удар Шарапутдин. Пока все. С синего угла ринга. К третьему раунду поединка готовится мастер спорта России международного класса имам Хатаев, Чеченская Республика. Боксер 1994 года рождения. Из города Грозный представляет Российский студенческий спортивный союз. Боксом занимается 10 лет. Счет боям на ринге не ведет. Он чемпион России 2019 года в Самаре. Тренирует боксера Шамиль Бацагов и мастер спорта международного класса Роман Подопригора. Секунданты за ринг. Четкое попадание. А тренера. Третий заключительный раунд в этом противостоянии. Шарапутдин Атаев против имама Хатаева. Вот теперь, кстати, что интересно, имам потянул соперника на себя, начал отступать назад. Это резко меняет весь рисунок боя. Но если так будет продолжаться на протяжении всего раунда, естественно, потому что до этого имам исключительно вперед шел, сокращая дистанцию. Размашистая атака. И встречает Шарапутдин Атаев и тут же смещается. Это, кстати, прям очень правильная работа. Встретил, сместился. Обязательно. Ну как? Да тут и стойки, по-моему, пытается менять периодически Шарапутдин Атаев. Но он больше меняет их, когда уходит. То есть, понятное дело, что тебе удобнее периодически разрывать дистанцию, находясь в непривычной для себя стойке. Просто сделал шаг назад и прям сместился, отталкиваясь опорной ногой. Ну, вы знаете, как бы то ни было, очевиден факт, что Шарапутдин Атаев не очень удобен по манере бокса имама. О, достал, кстати, имам сейчас.
одиночным левым. Так вложился в этот удар, надо отметить. Ну, тут немного повисели друг на друге, подустали уже оба. Полторы минуты до конца этого противостояния. И пробуют на встречных курсах сейчас выбрасывать удары. Имам Хатаев и Шарапутдин Атаев. Вот один из, кстати, немногих клинчей в этом поединке. Что здорово. То есть, ну, в целом надо отметить, что в общем-то, мы сейчас с вами смотрим те весовые категории, в которых клинчи не так уж и много. Потому что в основном, да, клинчи это 91+, но, естественно, 81 тоже они бывают. Да, и оба выходят на ближнюю дистанцию тут же с ударами. Как с одиночными, так пытаются и два бросать. Последняя минута. Да, и опять навстречу бросают друг другу руки. На уклонах работает Имам Хатаев. Вот тут 30 же... секунд, да, то есть там, по-моему, выкрики из углов. Но видно, что сил уже не так много. Но я думаю, что Имам очень много этих сил потратил в предыдущие трехминутки, потому что он атаковал насыщенно, атаковал много, но при этом мало было четких попаданий. А мы знаем, что это один из тех факторов, который очень сильно как раз из тебя энергию вытягивает. Опять заклинчевались. Пошел отсчет последних секунд. Идет вперед. Имам Хатаев бросает боковой. Все. Ждем судейское решение. Да, прозвучала финальная сирена. Ну и теперь, да, как мы часто говорим, от бойцов уже ничего не зависит. В этом финальном поединке единогласным решением судей одержал победу и стал чемпионом Лиги ставок чемпионата России по боксу среди мужчин 2020. Боксер синего угла Имам Хатаев. Очередной титул. Чеченская Республика.